Теперь попробуй быстро поворачивать. Что ты чувствуешь? Он сопротивляется. Вот. Дети болеют, зима, и просят: Павел Андреевич, мы можем по скайпу смотреть ваши уроки? Я говорю: пожалуйста, физика не позволяет отстать на месяц и потом это наверстать. Поэтому пришлось некоторые уроки физики, наиболее такие сложные, снимать просто на видеокамеру в пустом классе. Раз, два, три. Стоп. Ну ладно. Спасибо, Саша. Садись, бедные книжки. Итак, внимание, поехали. Вы видите, что змейка пришла во вращение. Счастье – это когда тебя понимают. И вот в комментариях к тем урокам, которые я записываю, можно часто прочитать: мы очень хорошо понимаем то, что вы рассказываете. Ну, значит, если тебя понимают, это есть основание для счастья. А вы не думали, допустим, как-то монетизировать канал? Вот же есть там какие-то в Ютубе всякие вещи. Постоянно поступают предложения, но я от них отказываюсь. Мне кажется, что две вещи в этой жизни, лечение и обучение, должны быть бесплатными. Если есть такая возможность, почему бы это не сделать? Скоро 65 лет, и это своеобразный нерукотворный памятник, которому народная тропа пока что не зарастает. Так что это нужно, поэтому я это делаю.